Я включил телевизор, я увидел войну, я увидел горящий Кавказ. Добрый вечер. Я включил телевизор, я увидел войну, я увидел горящий Донбасс. Мирный город наполнился реками крови и слез. Смутное время не жалует жизни, смерть не выходит из моды, это приказ. Я боюсь быть счастливым, боюсь за дыханье берез. Депутаты, министры, эксперты, артисты, журналистов, лихой караван отправляют друг другу дипломатичный привет. Бахмут, Авдеевка, Белгород, Харьков, Мариуполь, Красный Лиман. Здесь у каждого правда своя, только истины нет. В огне Донбасс, в крови Донбасс, гоняет смерть холодный ветер. Дорога дышит через раз, в который раз. Еще вчера гуляли дети. Мирный город страдал, на колени вставал. Город между войной, между миром. На устах обрывалась молитва, корчась от боли. И стреляли в упор, и ногами вперед выносили, хоронили. Не бывает войны и победы без лютого горя. В огне Донбасс, родной Донбасс, гоняет смерть голодный ветер. Дорога стонет через раз, в который раз. По ней вчера гуляли дети. Говорят, это жизнь, говорят, суждено издержки нашего времени. Вот только матери не объяснить гибели сына. И ребенок и не сможет понять, как же он оказался процентом потери. На экране другая картинка. Равнодушные мины. В огне Донбасс, родной Донбасс, гоняет снег, холодный ветер. Опять огонь, опять Донбасс, который раз. Зачем так больно? За что погибли дети? Спасибо.